Всем привет, всем здравствуйте! И сегодня я, Ирина Якут, из Америки, вместе с вами нахожусь в Греции. Потому что в Греции у нас с вами есть свой человек. Девочка, которая готова для нас купить сандали и нам всем их отправить. Где-то приблизительно $25 доставка стоит. Сейчас вот она любезно пошла, поснимала для нас видео. Вот эти сандалики, они стоят 110 евро, только это евро, а не доллары. У нас с ней договоренность такая, чтобы вы были спокойны и нам так с ней вместе удобно, что вы будете оплачивать эти сандали мне. А договариваться, чтобы она вам полностью ваш размер подобрала, она все это берет на себя. Поэтому вы, в общем-то, и по сантиметрам с первым человеком, так сказать, сможете все это согласовать, чтобы я не была испорченным телефоном. И деньги вы на меня переводите обычным, удобным для вас способом. Вы тоже на эту тему не заморачиваетесь. Вот, а мы с ней уже договоримся и взаиморасчет между собой произведем. Поэтому вот такие волшебненькие сандалики у нас с вами есть возможность приобрести по 110 евро. Вот, $25 доставка конверта одного, она сходит, узнает, что, возможно, туда две пары сандалий поместятся. Как бы это евро может быть для нас не очень хороший, потому что дороже доллара, если на рубли переводить, не очень хорошая новость. Но зато это очень хорошая новость, что всего $25 доставка, поскольку они полетят из Греции, а не из Америки, и будут доставлены вам, соответственно, побыстрее, чем из-за моря, потому что, ну, в основном, конечно, заказчики будут в Европе. Вот, молодец, она здесь нам со всех сторон показала. Она в таком восторге от этих сандалий, она так тоже рассказывает, что вот в них наступаешь, потому что они все из натуральной кожи, и проваливаешься туда. Ну, это, в общем-то, и видно, что вот такая вот мягкая кожа для них используется. И, конечно, такая красота неземная, вот эти бабочки-паучки, очень-очень даже красивые. Вот они в разных цветах, видите, какие рыжие, черные. То есть цвет и размер она вам выберет, вы сможете себе подобрать. Вот такие точно. Когда она ходила в магазин мерить, их не было в наличии, но они есть в магазине, и их могут для нас изготовить даже и под заказ. Тоже они получаются 110 евро. Дальше идут сандали, вот эти сандали. Они немного другие, и они подороже. Они получаются 130. Вот такие. Ну, видимо, какой-то секрет есть. Я думаю, что кому интересно, она вам скажет, почему такая стоимость. Может быть, вот из-за этой отделки, которая идет у них вокруг сандалик этих. Но они, получается, 130. Вот эти они очень мягкие, в которые тоже проваливаешься. WhatsApp девочки будет в описании. То есть, в принципе, вы сразу можете делать скриншот сандалий, которые вам понравились. Или писать ей, говорить, на какой минуте в этом ролике вам сандали понравились и какой вам нужен размер. Или писать, сколько в сантиметрах вам нужно по стельке. Вот, и она вам выберет. Если не будет, значит, закажет. И она вам отправит. Вам единственное, что нужно будет для меня, это на мое имя вы там деньги перечислите за эти сандали. И это будет. Ну, это, в общем-то, такой технический вопрос, который решится. А так полностью вы сможете с ней напрямую контактировать для того, чтобы свой заказ разместить. Вот, волшебные такие, конечно, сандали. Цвет у них обалденный. Вот эти, она говорит, вот эти вообще козырные, но вот эти тоже подороже, тоже они $130 получаются. Они вот вверху так застегиваются. Сейчас она их примерит. Если нам повезет, то нам будет видно в этом видео, как они смотрятся. Вот эти подороже получаются. Видите, они как высоко застегнуты? Ну, вообще они
Не знаю, почему они подороже. Наверное, она нам объяснит. Потому что вот эти высоко не застегиваются, но тоже 130 у них стоимость у этих сандалий. То есть получается там всего вот несколько, ну, две похожих модели, которые по 130. Вот предыдущие, которые были. И вот эти. Наверное, все-таки вот из-за этой красоты, которая вокруг сандалий. Видимо, что это дороже получается. А уже, которые будут чуть дальше сейчас, вот эти, это все еще 130. Вот эти. Вот эта красота неземная, вот с этими мухами, тоже 110 евро. Вот такие они вообще просто волшебные. Естественно, все из натуральной кожи, все они 100% изготовленные прямо там в Греции. Так что, девчонки, выбирайте. Вопросы будут, пишите. Пишите в комментариях. Пишите мне в WhatsApp. Пишите девочке в WhatsApp ее. Вот такие у нас для вас новости по сандалям. Я так думаю, что если какие-то еще будут у нее там новости, то мы будем их вам озвучивать. Ну и если вы затеете переписку с ней, что-то вам выбрать нужно будет, то она также вам сможет ответить. Потому что, ну, конечно, пройти мимо такой красоты неземной, можно выбрать цвет и рыжий, и коричневый, и черный, и белый. То есть на любой вкус, кому как нравится. Кто на что больше западает. Но, конечно, не запасть вот на этих мух просто нет никакой возможности. Вот эти тоже 110 сандалики стоят. Такие они... О, нет. Вот эти единственные, они стоят 100. Да, потому что все те были 110-130, а вот эти 100. Ну, хотя они такие прям волшебные. Мне вот через палец. Я себе заказываю беленькие вот такие через палец, которые там с мухами. Вот. А вот эти с такими греческими кружочками получаются 100 евро. И вот эти очень мягкие. Они тоже получаются 100 евро, вот эти сандали. У них такая золотая кожа, вот под золото она сделана. Вот эти тоже сандали, про которые она сказала, что туда как будто проваливаешься, как в перину. То есть вот эта кожа очень мягкая такая. Вот эти и следующие с серебряным. Вот это с золотой кожей, обработанная под золото. И вот эти вот серебряные тоже. Вот они получаются по 100 евро. Вот такие вот сандалики. Спасибо тебе, дорогая, что ты для нас все так хорошо продемонстрировала. Я думаю, что все мы их смогли разглядеть и выбрать, те, кто интересовался. Ну и я вам еще раз просто напоминаю, что вот эти шлепочки по 110 евро в разных цветах, они здесь представлены. Эти также в 110 евро. Эти получаются 130 евро. И вот эти тоже 130 евро. Вот эти тоже 130. И завершат наш показ сандали. О, нет, эти еще по 110.
вот которые с мухами, вот эти красавцы. Необыкновенные, конечно, эти мухи, такие цокотухи. С самоварами уже прям. На любой цвет. И вот эти и следующие по 100 евро. На этом я с вами прощаюсь. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Всем всего доброго. Пока-пока.